Приветствуем всех на канале Девкладоискатель. Всем привет. Сегодня мы очень далеко уехали, ну, по крайней мере, для нас далеко. Кто-то и по 230 километров ездит, 80 километров с лишним. Приехали в заброшенное старинное село, середины 17 века постройки. Ну, здесь встали в лесок, чтобы не мельтешить перед людьми машину. Поставили лесок, сейчас сами будем ходить по лугу, где там были фундаменты. Может, даже и по леску пробежимся. А вы, как обычно, не переключайтесь. Ждите находок, колокольчик, подписка, лайк. Ждем находок. Первый сигнал цветной 12-13. И у нас первая находка. Пуговица гирька. Прикольная такая. Первая находка. Пуговица гирька. Так, у нас интрига. Из лесу вышел рекрут и нам машет и свистит. Чё-то нашел. Сейчас узнаем. Пишите в комментариях, что он нашел. Да. Итак. Это 37-го года 10 копеек сразу. Так. А вторая Екатерина 2 копейки. Нормально. Ты здесь прям полез ходил? Вот прям. По краю. Опять толстая. Кан шнуровой. По-моему, 2 копейки. Офигеть. Так. Или что? Елизавета. Екатерина, по-моему. А может и Елизавета? У Екатерина ЕИ. А... Ну там не очень видно. Так, сейчас поближе покажу. Я вообще не ожидал. Нормально. Вот здесь вот где-то разбиты. Помнишь, подставки находили такие алюминиевые? Ага. Ножки такие. Ну. Вот тут вот все. И получается, вот смотри. Блок, вот блок цилиндра нашел. Яма. Ага. Может, вот тут даже фундамент. Так, ну что, зацепились походу? Ходить полегче. Вот она, первая империя сегодня. Пока непонятно, то ли Екатерина, то ли Елизавета. Потом подчистим. Смотрите, какая гурт шнуровой, толстенная. Монета вообще капец. Отлично, Серега молодца. А я пуговку гирьку нашел. Такую вот, как Серега, Александр сбросил фото. Так, Олег у нас нашел. Что такое? Советик. Поздний советик. О, смотрите, какой разброс. От империи до поздних советиков. 3 копейки, 59-й? 69-й. 69-й год. Чпок. У всех по находке. У рекрута 2. Двигаемся дальше. У нас, смотрите. Чистейший сигнал, 18. Ну, давайте первый в онлайне. Либо пробка, либо троечок. Алюминиевая бронза. Ну, варианты еще есть. Может быть и гильза. Че, не выкопали что? Что за фигня? Так. Сигнал 16. Это у нас монетка, я вижу уже. Так, что это у нас такое? Трояк, что ли, тоже? Поздние советы. Походу, да. Да. Это 3 копейки. Поздние советы год не вижу. Блин, ну мы не за советиками поздними сюда пришли. Империя нам нужна. Двигаемся дальше. Снова был сигнал. А? Кольцо, обручалка. Кольцо, обручалочка. Медная. Как 3 копейки поздний совет звучит. 16. Ну, какая-никакая находка. Чпок.
Смотрите, какой сигнальчик. 21. Это у нас, я думал, очередная пробка. Нет, смотрите, у нас это посеребренное кольцо. Перстень, или все был. Жалко, ушедший. Ну, прям прикольный. С какими-то там инициалами. Сейчас поближе посмотрим. Опаньки, чуть отошел от перстня. Смотрите, какой сигнал. 36. Блин, амперия, походу. Опаньки. Есть. Есть такое дело. Ё-моё. Так это же, по-моему, пятак. Это у нас империя. Не вижу, сколько. Это, по-моему, ну сколько там? 3 копейки, наверное, да? Я не помню, 3 копейки были в этом. И, по-моему, это не Екатерина, а Елизавета. Плохо видно. Вензель. Если ЕИ, то это Екатерина. Императрица Екатерина. А две зеркальных Е это Екатерина, то есть Елизавета. Опаньки. Хе-хе-хе. Вторая империя. Отлично. Двигаемся дальше. Только мы проговорили про крестики, что надо еще поднять. У нас Олежек отличился. Да, ну, старый крестик. Да. Да. И целенький, главное. Ну какой? 19-й, 20-й век, наверное. Конец 19-го, начало 20-го, наверное. Так вот. Нормальненько. Теперь так. У нас целый набор. Крестик Дениска нашел. Слышу гогот. Рекрута издалека. Ну, по-любому какая-то крутая находка. Ну-ка. Не зря я завернул, говорю, в кусты. Охренеть. Пятак. Вот он пятачок. Так. И где-то здесь живут. Да, Екатерина. Императрица Екатерина. 1770-й, по-моему. Охренеть. Зелененький. У нас полный комплект. 2, 3, 5 копеек. Сейчас подойди к нему, может, онлайн. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, давай в онлайне. Ну а что, похоже? Похоже на монету, но... Что-то как ты... Не выкопал что? Да, прерывистый банк, наверное, блин. Чуть не пойму. Так, ну сейчас выкопает, покажем что. Если какая-нибудь жбонь, то показывать не будем. Скорее всего, жбонь. Не, ну уже вроде получше. 32-36. Ну-ка, ну-ка. Пин давай возьми. Не ленись. Так, интересненько. Давай. Так, так, так. Ну давай, пожелаем Олегу удачи. Он империю сегодня не поднимал еще. Ага, империя. Да. Чего? Дрен батон. Дихлофос. Да. В рекрут, если пошел в разнос, его не остановить. Следом кольцо у нас, обручалка. О, смотри, какой крупнючий. Большой. Да. Гигантский человек жил. У меня помельче. Сейчас все обзванивает. Здесь вот, где пятак нашел, там и 2 копейки тоже нашел. Нормальненько. Ну, находки какие-то хоть есть, уже хорошо. Итак, на сегодня все. Ну что, не до большого, но мы довольны. В принципе, смотрите, что мы нашли.
Просто удивительный день. Пятак Екатерины. 2 копейки Елизаветы. 3 копейки Екатерины. Крестик царский. 3 копейки. Поздний. Копейка поздний. Колечко. 2-е колечко. Обручалка. Пуговка, гирька, серебряный. Кольцо. Перстень. Еще 1 3 копейки. Поздние советы. По-моему, зачет. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Всем пока.